Взрыв в вагоне лондонского метро. Инцидент произошел рано утром на наземном перегоне в западной части столицы. На этом видео виден некий предмет, догорающий рядом с пассажирскими сиденьями. Он был похож на пластиковое ведро из-под краски или строительной смеси. Вагон наполнился дымом. Люди запаниковали. Возникла давка. Был громкий звук и вспышка слева от меня. И почти сразу люди с криками побежали в мою сторону. Это произошло в тот момент, как поезд подъехал на станцию Парсонс Грин. Двери еще были закрыты, но как только они открылись, все быстро выбежали на платформу. Я услышала громкий хлопок, посмотрела налево и увидела приближающийся огненный шар. В это время люди начали кричать, паниковать. Тогда я поняла, что случилось. Я встала и побежала к дверям. Пассажиры передо мной падали, толпа сзади давила, так что я тоже упала. Я видела, что у людей были ожоги. Людей экстренно эвакуировали со станции. По последним данным, пострадали 22 человека. В основном они получили ожоги. Погибших нет. Полиция назвала случившееся терактом. Как мы уже сообщали, сегодня в 8:20 утра на станции метро Парсонс Грин произошел взрыв в поезде. Мы полагаем, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. Подозреваемый попал в камеры наблюдения, полиция предварительно уже установила его личность. Террориста совместно разыскивают Скотланд-Ярд и контрразведка МИ-5. Эти люди будут пойманы и переданы в руки правосудия. Жители Лондона в ближайшее время увидят большое количество полиции, как в городе, так и на транспорте. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Это уже четвертый теракт в Лондоне с начала года. Жертвами серии нападений в целом стали 36 человек. Нападение на силовиков в Париже. Инцидент произошел рано утром на станции метро Шатле. Мужчина с ножом подошел к военному из антитеррористического патруля «Сентинелли» со спины и стал угрожать ему, упоминая исламское государство. Нападавшего скрутили. В инциденте никто не пострадал. Нападавший был взят под контроль, что доказывает профессионализм и эффективность патрулирования в рамках операции «Сентинелли» и ее защитной миссии. У нас нет дополнительной информации о мотивах нападавшего. Он арестован. Но эта новая атака полностью легитимизирует то, что мы хотим сделать эту операцию еще более сложной для отслеживания и непредсказуемой для возможных террористов. Инцидент в парижском метро расследует антитеррористическая прокуратура. Это не первый подобный случай за последнее время. В августе в пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военнослужащих. Тогда травмы получили 6 человек. Кровавая семейная драма в коммуне Филингендорф, земля Баден-Вюртемберг. Погибли двое взрослых и 6-летний мальчик. Полиция объявила в розыск отца ребенка. 40-летнего хорвата подозревают в том, что он застрелил родных в ходе семейной ссоры. По данным немецкого информагентства Deutsche Presseagentur, матери убитого мальчика удалось сбежать из квартиры, когда мужчина открыл стрельбу. При этом в помещении помимо ребенка остались мужчина и женщина. Все трое были убиты. Преступника разыскивает более 50 полицейских. У него короткие темные волосы, карие глаза и тонкие губы. Он среднего роста и последний раз был одет в черную длинную куртку. Передвигается на зеленом автомобиле Seat Ibiza с временным номерным знаком города Энген. Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету. Она перелетела через японский остров Хоккайдо и упала в Тихом океане, поднявшись на высоту 770 километров и преодолев расстояние в 3700 километров. Сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих префектурах Японии. Экстренные службы и силы гражданской обороны приведены в повышенную готовность. Японские власти предупредили население о возможной опасности. Это кажется просто нереальным. Я просто не знаю, чего от них ожидать. Меня в дрожь бросает. Мне просто хочется сказать им, чтобы они остановились. Японский премьер-министр Синдзо Абе назвал действия Пхеньяна опасной провокацией. Накануне государственное телевидение КНДР пригрозило потопить Японию с помощью ядерной бомбы. А материковую территорию США погрузить в пепел и тьму. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин созвал экстренное заседание Совета Безопасности страны. Тамошние военные провели учения сил противоракетной обороны. Пуски осуществляли в сторону моря, но испытывали ракеты, которые способны разбомбить цели в КНДР. Как у корейца, мое сердце разрывается, когда я вижу, что отношения между двумя Кореями все ухудшаются. Более того, стоят на пороге войны. Я просто надеюсь, что на Корейском полуострове таки произойдет ядерное разоружение и призрак войны уйдет с этой земли. В пятницу вечером вновь экстренно соберется и Совет Безопасности ООН. Ранее там единогласно ужесточили санкции в отношении КНДР в связи с 6-м по счету ядерным испытанием, проведенным в начале сентября. Первую ракету в сторону Японии Пхеньян запустил в конце августа.
По меньшей мере 15 пострадавших из-за урагана в Москве. Шквальный ветер повалил по всему городу не менее 40 деревьев. Многие из них вырваны с корнем. В столице России объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальные службы на ближайшие двое суток переходят на усиленный режим работы. В аэропортах Москвы были задержаны около 30 рейсов. Некоторые уже отменены. Москвичам рекомендуют не покидать дома, водителям воздержаться от поездок и не парковать машины возле шатких конструкций. Ближайшей ночью погода будет лишь ухудшаться, предупредили спасатели. 84 человека погибли в результате тройного теракта на юге Ирака. Смертники атаковали два ресторана на трассе. Вскоре после этого машина со взрывчаткой врезалась в расположенный неподалеку полицейский блокпост. Боевики были одеты в форму правоохранителей. Они приехали на угнанных военных автомобилях. Наибольшее число жертв было в одном из ресторанов. Экстремисты ворвались внутрь. Один из них подорвал себя, а остальные начали стрелять и бросать гранаты. Здесь было 4 автобуса с иранскими паломниками. Вооруженные люди ворвались в них и открыли огонь. Другие проезжали мимо на машинах, стреляя по людям. Потом они зашли в ресторан и открыли огонь внутри. Молодежь, старики, они не жалели никого. Все, кто был внутри, погибли. Ответственность за кровавое нападение взяло на себя Исламское государство. После падения самопровозглашенного халифата террористов в Ираке и Сирии они перешли к тактике партизанской войны. Ранее их атаки происходили в основном в северной и западной частях страны. Более 200 мигрантов спасли в Средиземном море. Выходцы из Африки плыли к европейским берегам из Ливии в двух резиновых лодках. Из одного судна экипаж корабля благотворительной организации «Сос Медитерани» поднял на борт 102 изнуренных беженцев. Среди них мать с маленьким ребенком. Позже ночью была обнаружена еще одна надувная лодка со 109 людьми на борту. Число мигрантов, которые пытаются попасть морским путем в Италию из Северной Африки, в этом году сократилось более чем наполовину. Людей останавливают вооруженные морские патрули вдоль африканского побережья и береговая охрана, которая разворачивает лодки с нелегалами обратно в Ливию. Также из-за враждебного поведения ливийских силовиков в нейтральных водах многие спасавшие мигрантов благотворительной организации свернули свою деятельность на Средиземном море. Водитель фургона для перевозки мелких грузов погиб на автобане А6 в Баварии. В четверг вечером мужчина ехал в направлении Амберга и наскочил на стоящий в пробке грузовик. Это случилось, когда он менял в соответствии с правилами полосу движения сразу же после развязки дорог вблизи коммуны Нойен-дель-Тельзау. Грузовика он просто не заметил. От удара водитель был зажат в кабине и умер от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал. На дороге тотчас собралась толпа зевак, от которых отгородились специальными ширмами. Перегородки зеваки из непросвечивающей полимерной ткани защищают место происшествия от любопытных взглядов и помогают правильно контролировать транспортный поток. Количество случаев хантавируса резко подскочило в этом году в Баварии. К началу сентября Департамент здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Федеральной земли зарегистрировал более 300 зараженных. Это пятая часть всех случаев, зафиксированных в Германии. Причиной распространения инфекции называют то, что в этом году сильно размножилась рыжая полевка. Эти грызуны считаются переносчиками вируса и могут заражать людей. В зависимости от типа вируса заболевание протекает по-разному. В большинстве случаев, как и при сильной простуде, возникает температура, головная мышечная боль, а также иногда боль в животе, которая сопровождается сильным расстройством. В худшем случае может наблюдаться острое нарушение функции почек. Заразиться можно любыми способами: воздушно-капельным путем из-за прикосновения к инфицированным грызунам или их калу, а также через укус. Вирус не передается от человека к человеку. Хантавирусная инфекция, как правило, требует госпитализации при контактах с грызунами, после которых внезапно появились похожие на грипп симптомы или затрудненное дыхание, врачи рекомендуют немедленно обращаться в больницу. Море пива выходит из берегов. В Мюнхене последние приготовления к крупнейшему в мире фестивалю пенистого напитка. Октоберфест стартует в субботу и продлится 18 дней. Организаторы надеются на лучшую явку, чем в прошлом году. Я надеюсь, по крайней мере, на 7 миллионов посетителей. Конечно, люди могут говорить о том, что посетить фестиваль слишком дорого, но бесплатно только сочувствие. В прошлом году фест встретил около 5 миллионов 600 тысяч посетителей, что на 300 тысяч меньше, чем годом ранее. Это стало следствием проблем безопасности после серии жестоких нападений на юге Германии летом прошлого года. Стрельба в июле в Мюнхене забрала жизнь 10 человек, в Вюрцбурге напали на пассажиров поезда с топором, а на музыкальном фестивале в Ансбахе произошел взрыв, и все это за короткий промежуток времени. Мы модернизировали технологию видеонаблюдения. В комплексе установлены 37 камер. Мы будем использовать также
также нательные камеры для документирования оперативных событий. Должно быть ясно, что проблема терроризма уже давно на повестке дня. Мы много думали об этом и находимся на правильном пути. Еще в прошлом году территорию фестиваля впервые оградили забором, а посетителям запретили вносить сумки и рюкзаки объемом более 3 литров. Эти меры предосторожности будут действовать и в этом году. Ангела Меркель запела. Это произошло на одном из предвыборных мероприятий в Берлине. На сцене выступала джазовая певица. В какой-то момент она протянула Меркель микрофон. Та не растерялась и стала подпевать под общие аплодисменты. А вот будут ли аплодировать ей как новоизбранному канцлеру, станет известно 24 сентября. В стране пройдут парламентские выборы, и лидер партии-победительницы станет канцлером. Шансы Меркель высоки. Ее рейтинг 37%.